Поставленный диагноз менингит мальчику в Якутске не является эпидемией. Об этом заявили в управлении здравоохранения столицы. Напомню, что в инфекционную больницу города госпитализировали 10-летнего ребенка с подозрением на менингит. Позже стало известно, что еще трое детей находятся на стационарном лечении с таким же серьезным диагнозом. Сообщалось, что данной инфекцией заболели дети из лагеря «Радуга» в пригороде Якутска. Однако в управлении здравоохранения столицы заявили, что заболеваемость носит единичный сезонный характер. В ведомстве также сообщили, что состояние детей стабильное и что в данное время энтеровирусное заболевание серьезной угрозы для их здоровья не представляет.